Так, передача воздуха. Отлично, ну наконец-то. Ну хоть что-то, что мне нужно, изучилось само. Будем ждать дальше. Киснить успешных мутаций. Давайте Олимпиаду в Лондоне. Очки очень медленно копятся. Так, летальность еще пока нету. Хорошо. Аккуратно идем. Так. Все еще нету летальности. Давайте. Усочить холоду, естественно. Хорошо, мы на север идем. Устойчивость к холоду обязательно. Сейчас надо все чаще и чаще будет смотреть на летальность. Ну, то есть сюда, да? Чтобы не профукать. Иначе можно весело попасть. Так, 21. Что мы можем здесь потратить вообще? Ну, думаю, через воду давайте. А, там, наверное, больше уже очков нужно, да? Да, уже 11 вместо 10. Не намного больше, конечно. Тем не менее, больше надо иметь в виду. Так, 350. О, насекомые 2! Слушай, сейчас попрет, я чувствую. Вся Африка сейчас просто в зюзю просто покраснеет за 5 секунд, я думаю. А укушенные туристы из южных стран будут переносить все это по всему миру. Я, по крайней мере, надеюсь на такую логику игры. Так, ну юг с насекомыми точно уже все упоролся до конца. Остался север. Самая главная наша проблема, как обычно. За исключением прошлой игры. Давай. Так, что это была Швеция? Нет. Это была Норвегия, судя по всему. Точнее, опять я путаю местоположение. Так, Швеция северо-западнее. Нет, Норвегия северо-западнее. Ну хорошо, может быть сейчас заразим Гренландию. Так, отлично. Отлично, все нафиг. Нас не должны видеть. Главное, чтобы нас сейчас не спалили. После этой таблички. Все может быть. Но... А нет, 234 косаря людей все-таки сдохло. Но нас, по-моему, не заметили все-таки. Еще одна мутация нам ни к чему. Такс. Даже не знаю, тратить, не тратить. В принципе, почему не тратить? Вот в чем вопрос. Почему я не должен тратить? Если на летальность мне тратиться не нужно. Так, еще одну устойчивость к холоду давайте выучим. Сейчас должно попереть. Да, поперло. Поперло, что с Новой Зеландией. Новая Зеландия, все очень плохо. Ну, тоже нормально, на самом деле. Насекомые делают свое дело. Отлично, Гренландия заразилась. Это означает, что у нас-то, насколько понимаю, не осталось здоровых стран. Да. Да, 5% здорового населения. Бессонница нам нафиг не нужна. Давай. Только Гренландия, не подставляй меня, пожалуйста. Не подставляй меня. Только не подставляй меня. Темпы заражения неплохие. Надо бы еще вторую устойчивость к лекарствам изучить. 3-4. Ну, нам хватит еще. Нам должно на все хватить. Зато как поперло вверх-то, а? Рано убивать. А нет.
Убивать не рано. Так, давайте это выучим. Я хочу так убить всех, на самом деле. Я бы был зверски доволен, если бы убил бы всех так. Так, анемия. Ну, анемия, наверное... А фиг знает. Ну ладно, нас так и так сейчас заметят, что откатывается. Правильно. Все уже решено. Гренландия, Гренландия, давай вперед. Хочу видеть табличку о том, что на свете не осталось зараженных, здоровых людей. Зараженных я не хочу видеть. Хочу видеть мертвых. Все, Гренландия поперла, исследование лекарства на ноль. Пока меня еще, как ни странно, не запалили. Ну как, запалили, но как-то не особо об этом париться, надо сказать. Давай! Есть! И маэстро, давайте мне. Концерт, пожалуйста, до свидания. Просто смотрите на темпы, смотрите на темпы. Ну-ка. Ну? 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 Где летальность? Алло. А, ну, в принципе, по 100 миллионов в день. Это максимальная летальность или что? Я не понимаю, что за прикол? Я думал, сразу все бомсы упадут. Как эти... Какие-нибудь роботы, когда у них отключают там в каком-нибудь боевике, знаете, центр управления роботами. Они сразу все помсы падают. Я думал, так же все произойдет. Нет. Всего по 500 миллионов в день. Это что-то мало как-то. Как-то мало это. Давайте откатим нафиг. Наконец-то. Ну, уверенная победа. Черт возьми. Очень уверенная победа. Все-таки я вдуплил, как за это играть, но тоже. Мне кажется, рандом все-таки. Мне кажется, довольно высокий уровень рандома за биоружие дурацкое. Метаболический скачок. Давайте посмотрим, что это. Я не хочу за это больше играть. Так, дает бонус на очки с красных пузырьков. Ну, не знаю, не знаю. Я хочу поиграть за что-нибудь другое. Грибок. Грибок. Я уже не помню, что здесь чего. Что здесь чем является. Ну, я думаю, что закинуть там эти паразитов и за грибок, и за бактерию с таким количеством геномов я смогу выиграть спокойно на суперсложном. Ну, давайте за грибок попробуем. Я забыл, что он там делает вообще. Вообще похож на биооружие, посмотрите. Ну так, биооружие пожирнее. Ну, давайте посмотрим. Дарвинист нет. Да, давайте это. Тарацит. Да. Я думаю, мы сейчас с этим легко справимся. Ионизация, нет, симптомы стазис. Нет, откат стазис, откат стазис. Так. Экстремофил. Да чё я промахиваюсь-то постоянно? Окисление, мутация, может развить умение. Так, не то. Вроде все, что нужно, выучили. Ну, точнее, не выучили, а поставили. Так, крайне на сложном я уже прошел, да? На крайне сложном нет. В прошлый раз я Египет выбирал, ну, неважно. Так, смотрим. Болезнь, так, первого человека нет, не то. Надо насчет паразита. Насчет паразита. Так, грибок. Болезнь типа грибок. Грибковым спорам трудно попасть в дальние страны, поэтому вам необходимо развивать их умения для эффективного распространения болезни. Хорошо. Я хоть то выбрал-то. Может, я эту болезнь уже на суперсложном проходил? Так. А, взрыв спорта. Да. Вот это была подстава на самом деле.
Ну, здесь хотя бы особо париться не нужно над тем, что... Во-первых, у меня есть откатастазис, я могу откатывать признаки. Во-вторых, у меня могут развиться... Ну, сейчас выиграем, я думаю, без проблем вполне. Пути передачи будем развивать. В надежде на увеличение количества мутаций. Я думаю, после биооружия мне уже довольно легко все дастся. Зачем я выучил крыс, я не знаю, но мне по барабану. Неплохие темпы показывается. Заразность. Сейчас все пути передачи до первого уровня выучим. Потом будем надеяться на увеличение количества мутаций. Ну, как обычно, в общем. Отлично. Вот уже здорово. Аж вторая ступень. Даже не первая там какая-то там. Лоховская. Вторая ступень крысы выучилась. Повезло. Но лучше бы насекомые, конечно. Насекомые это вообще шик-блеск, насколько я понимаю. Что, неплохо идет Египет. Сейчас уже должны передастся, наверное, на другие страны. Вот просто шикоблеск. Муа, отличненько. Вот я думаю, сейчас-то будет все очень быстро и легко. Посмотрите на темп заражения. Можно обойтись без комментариев, я думаю. Хочет, не хочет грибок, я думаю, он сейчас передастся все-таки на другую страну. Да, надо сначала первую страну, точнее, полностью страну заразить, чтобы он передался в другие страны. Насколько я понял, да? Так, что-то там мутировало. Домашний скот еще... Ну, просто шикарно, слушайте. Просто шикарно. Еще давайте по воздуху сделаем. Сейчас будет все очень легко, я думаю. Мы сейчас, я думаю, даже с первого раза, наверное, сможем пройти. Хотя я не помню, как там, какая стратегия за грибок. Так, новые методы стерилизации на кораблях, это плохо. Но пока мы на корабле не спешим, насколько я понимаю. Может, само сейчас выучится. Так, сейчас болезнь дальше пойдет. В Центральную Африку, в Восточную. Да, в Центральную и Восточную Африку сейчас перейдем. Да и, в принципе, не только. Ну, давай, давай, Восточная Африка где? Где Восточная Африка? Алло? Непонятно, где Восточная Африка, ну ладно. Сейчас, может быть, куда-нибудь в ЮАР переместимся на корабле, может быть, в США переплывем. Посмотрим, в общем. Ну что, мутации будут какие-нибудь халявные? Так, вот новые санитарные правила, это, конечно, не к месту. Ну, я думаю, не смертельно. Для меня, вот для них будет смертельно. Так, меня пропалили. Чё, попёрли? Всё? Это всё? А, ну да, там же центральный этот навык, он на много стран, а всё остальное на мало стран. Не, слушай, так не все так просто будет на самом деле. Не все так просто будет, судя по всему.